Это уже третья деревня, которую он сжег за неделю. Он что, хочет уничтожить все живое и быть королем царства мертвых? Он хочет, чтобы мы подписали его договор. Он уверен, что после смерти отца некому противостоять ему. Конечно, миледи, если бы ваш отец был жив. Если Малаган не получает того, чего хочет, он берет это силой. Освальд, ты молчишь? Ты знаешь мое мнение, детка. Думаю, что да. Принц Малаган ждет ответа, миледи. Он получит его. Сегодня я приму решение. Оставьте меня. Освальд, останься.